Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Начинаем с ивента. Так, сегодня я хочу пройти, наверное, испытания всякие. Ну вот, например, ивент. Потом можно сходить, в принципе, на арену. Основную сюжеточку мы с тобой прошли, так что нам здесь особо не во что играть, только лишь вот во всякие добавочные уровни. Так, тихо, не надо бежать, сломя голову, зомбари. Так, этот сейчас прыганет, верно же? Сейчас щеманется. Но мы, конечно, можем, наверное, успеть его подбить, хотя вряд ли. Да, съест он мне все-таки горохострел, этот паршивец. Чтоб его, как говорится, разобрал на тысячу кусочков. Давай-ка мы с тобой... Ох, ё-моё, смотри, сколько там идут прыгунов этих зомбарей. Это не есть хорошо. Так, сюда поставим шипастую лужайку. Слушай, пока все хорошо, довольно какой-то легкий. Ой-ой-ой, подожди-ка. Может быть, я спешу называть его довольно легким уровнем, потому что тут вышли разные зомбари. Так, давай сюда поставим шипастую, да? Сюда мы поставим орех. Так, а если я вот так вот бомбану? Да ладно! Твою ж налево, ты посмотри, что происходит. Так, слушай, а вот это вот неплохо, что нам дали. Давай вот сюда его поставим, будем бомбить. Так, тихо, вот этот зомби с броней. Вот куда вот он идет, а? Вот объясни мне, пожалуйста. Куда он идет? Срочно выставляем сюда орех. Эти прыгуны еще достали меня тут в корень. Ну, подбить-то мы их сможем? Опачки, не смогли. Ты посмотри, он идет в наглую и просто поедает мой горохострел. Дорогой, а? Еще один, да, тут? Слушай, а может быть нам сюда вот так вот поставить шипастую лужайку? Раз они прыгают все сюда, охламоны эти. Ты посмотри, что творят. Ты просто полюбуйся, что они тут вытворяют. Ну-ка, давай, горохострел, бомби. Финальная волна. Так, у нас два удобрения прибыло. И можем, в принципе, наверное... Нет, не буду пока тратить. У меня нет особого желания... Все здесь это... А вот здесь, наверное, придется. Посмотри, что происходит. Ну-ка. Слушай, шикарно. Очень шикарно. По-моему, мы здесь с тобой даже выиграем. Наверное. Я на это надеюсь. Так, тихо, зомбарик. Куда это ты там разогнался? Все, в принципе, легкий довольно-таки был ивент. Как видишь, прошли его без особых там проблем. И нам достается 3 пиньятушки, которые мы с тобой... Посмотрим. Так, чампер, да, 13 и 1000 монет. Ну что же, куда дальше с вами будем путь держать, а, друзья мои? Можем переиграть, конечно, да? Можно переиграть, давай сделаем. Ну что, друзья мои, я думаю, вы будете не против, да, если мы еще разочек перепройдем этот уровень. Потому что мы получим с тобой еще награду, но она будет отличаться, возможно. А тем более ты сам прекрасно видишь, что этот ивент довольно легкий. Давай, без всяких проблем. Я буду, наверное, вот так вот все-таки делать. На первый ряд я буду ставить шипастую лужайку как раз вот против этих зомбарей. Против этих зомбарей, потому что они сюда будут прыгать. У них очень мало здоровья, поэтому они будут довольно быстро погибать. И шипастая лужайка как раз то, что нужно будет. Но пока еще мне ее не дают. Видишь, да? Так, зато дают мне орехи. Зачем они мне сейчас нужны, я ума не приложу. Бедный горохострел, сейчас тебя съедят. Ай-яй-яй. Вот сюда поставим лужайку. Так, давай, проходи. Смотри, как он быстро сейчас погибнет. Ну? Эй. Да, вот так и должно быть. А то уж я было испугался, думаю, неужели... Лужайка не сработает. Все сработает. Сюда выставляем с тобой орехи. Так, сюда мы поставим ромашку, бумеранг. Пускай она бомбит. И лужайки шипастые обязательно нужно выставлять позади. Еще одно удобрение. Так, подожди-ка, здесь где-то костеплюй появился, да? Потому что, видишь, надгробие появилось. Только я его почему-то пока не вижу. А, вон он прячется где. Улух, думает, я его не увижу. А я-то его как раз и увидел. Еще одно удобрение.
Мы можем не волноваться за то, что наши растения здесь сидят. Вот только вот здесь можем, да? Немножечко испугаться. Так, они прорвали нам с вами оборону. Да, ну-ка сделаем вот таким вот образом. Ой, я, наверное, зря так сделал, друзья мои. Я сделал так зря. Ну давай уже уничтожай тогда. Так, погибнет он, интересно? Погиб. Ну вот и все. В принципе, остается здесь последний зомбарь. Мы его сейчас расстреляем вот так вот. Просто все бомбим. Даже можем помочь. Вот таким вот образом. Ну, здесь уже некого бомбить, они все отдуплились. Ну что же. Давай посмотрим, что нам здесь выпадет. Так, опять чампер. Чампер. И 1000 голды. Тут, по ходу дела, только чампер присутствует. Потому что, ну, сам видишь, другого ничего мы с тобой не вытянули. Ну, это не страшно. Так, в общем, выполнили. И еще хотел я узнать, друзья мои, что за бесконечные уровни, про которые вы мне говорите? Проходи, говорят, рей бесконечные уровни, и будут тебе даваться бесплатные растения. Что за уровни? Так и не понял. Может быть, вы мне как-то поясните поточнее, какие такие уровни, где они находятся? Нет, я подозреваю, знаешь, на какие уровни? Есть у нас в основных миссиях, да? Вот в компании. Сейчас я тебе покажу. А вы уже скажете, правильно, я думаю, или нет. Ну вот, например, даже здесь. Даже... Или здесь нет такого? Нет, здесь нету у нас. Ладно, перейдем тогда, ну, предположим, ну, даже на первую, если, да, вот сюда вот. На первую нашу, как говорится, миссию, на первое задание. Вот, вот это вот, что ли, вы имеете в виду бесконечно? Или же вот это, что из них, я без понятия. Тут пирамида Дума. Ну, а тут битва против зомби, обычная битва. Единственное, что мы ее проходим постоянно-постоянно, у нас там что-то копится. А что, хрен его знает. В любом случае, можно здесь еще разочек поиграть. Ага, Гаргантюа. Фараон. Дают мне здесь капельку. Зачем мне тут капелька? Дайте... А, капуста у нас сразу с ультой. Угу. Тогда мы с тобой, пожалуй, подождем маленечко и будем выставлять мину. Мину мы ставим. Сюда мы поставим нашу ромашку. Пускай она бомбит. И еще одна капуста с ультой. Пускай будет. Так, нам достается сейчас удобрение. Отлично. Можем в любую секунду с вами применить просто-напросто капусту. Она будет под удобрением и сразу будет уничтожать всех. Но пока не стоит тратить. Сам видишь прекрасно, что это только лишь первая волна. Самая первая. Мне кого-нибудь будут давать, кроме вот, дают. Я думал, только капусту и одну ромашку всего лишь. Нет, выдали, как видишь, мне еще ромашечку. И будем уже тогда делать вот так. Не понял юмора, а если еще разок? Да, этого зомби фиг сломишь просто так. Ну, ты понимаешь, да, о чем я? Довольно жесткий зомбарь. Не хочет, как говорится, прогибаться под нас. Ну, тогда мы его вот так вот. Стопы, 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 друзья мои, стопы. Какие еще тут могут быть ураганчики? Вот объясни-ка мне. Никаких ураганчиков нам здесь не нужно. Так, два бумеранга у нас будут здесь стоять. Они будут бомбить. Так, мы с тобой поставим сюда орех. В любую секунду можно будет применить капусты. Тем более две штуки. Так, идут аглоеды, идут. Поставим с тобой минку сюда одну. Давай-ка зарядим. Слушай, целую кучу удобрений тут получаю. Так вот, я хотел спросить, друзья мои, это все-таки бесконечные уровни или какие? Я что-то здесь проходил, никаких бесплатных растений, к сожалению, не получал. Хотя вы мне писали, что именно на бесконечных уровнях ты будешь получать бесплатно растения. Тихо, 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 ну вот куда ты приперся, а? Вот куда ты приперся, я тебя спрашиваю. Это, друзья мои, только первая волна, а еще будет впереди целая волна. Так что не стоит расслабляться. Мне удобрений тут надавали целую кучу. Бомби куда хочешь и кого хочешь. Вон, смотри, сколько их. Хе. Я просто на расслабоне. Кайфую, так сказать.
Так, этого сейчас шитика тоже мы с тобой уничтожим. Ну, пробовал поиграть, друзья мои, на испытание Пенни, да? Пенни Пурсует. Сложно, очень сложно. Ничего у меня пока там не получается. Нет, конечно, если у тебя будут деньги, которые мы, в принципе, можем с тобой спокойно и легко теперь накопить. Так, тихо, дай-ка я применю, наверное, два раза удобрение. То, возможно, мы сможем с тобой пройти. Там еще можно тратить гемы. Так, бомбим. Это у нас что, последняя волна, что ли, получается, или нет? Ну да, все, разнесли. А, нет, нет, друзья мои, вру. Вон она, наглоедушка, ползет. Так, ну-ка, давай капусточка. Давай-ка вот так вот, ромашечка. Еще капусточка, еще ромашечка и еще капусточка. В принципе, Гаргантюа должен сейчас у нас отдуплиться. Тут еще его ждет мина, как ты видишь. Сейчас он на нее наступит. И будет ему больно. Все. И мы с тобой зарабатываем пиньету. Подожди, а с чего это я вдруг тут заработал пиньету? Я не должен был ее получить. Ну, как видишь, на твоих глазах только что я ее заработал. Странно. Плюс 2 гема. А-а-а, вот у нас что. У нас откатилось все, друзья мои. У меня здесь было все выполнено. Все вот эти вот задания. Слушай-ка. Так, получаем 100 монет. Горохострел. 4 штучки. Дальше нам выпадает орех. Опять же, 3 штуки. И все. Горохострел и орех. Это то, что мне досталось. Так, секундочку. А ведь я могу... Так, что у нас тут? Еще задание выполнено. И вот здесь вот ивент. Слушайте, вот этот, друзья мои, такой сложный ивент. Я попробовал его пройти. Подгорает одно место, если честно. Надо сыграть нам с тобой на арене 2 раза, если мы хотим с тобой получить награду, да? Ну, на арену я в любом случае собирался пойти. Там как раз мы сможем сейчас сделать один бесплатный бой. Так, я хотел посмотреть, если, например, я буду проходить испытания. Это у нас пляж. Я не хочу пляж. Тут танцы. Так, тут у нас темные времена. Это у нас будущее, да? Где у нас самые прикольные растения? Я уже и не помню. Которые можно было бы позарабатывать. Затерянный город. Ну-ка, дай-ка я загляну сюда. Просто хотя бы освежить, так сказать, свою память. Что у нас тут за растение? Аки, я смотрю, здесь дается, да? И... Ага, сталия. Да ладно, что, всего 3 растения? Да ну. Так, смотри, у нас здесь есть такая штука, да? Которая называется... Да куда же она делась-то? Не пойму я. Давай посмотрим повнимательнее. Я, наверное, слишком быстро пролистнул. Вот. Temple of Bloom. Если я буду проходить вот эти вот испытания, что мне будут за это давать? Так. Выбери, говорит, да? Выбери. Ну, давай я, предположим, возьму спорогриб. Слушай, а не погорячился ли я со спорогрибом-то? Не знаю. Так, ну давай. Это будет замечательное для меня испытание на самом деле. Справимся ли мы? Офигеть. Так, давайте, ну, вначале, как обычно, ребята, добываем с вами энергию. Если что, придется, конечно, использовать заклинание. Причем одно у нас есть с тобой бесплатное. Видишь, вон, X1. Так, идет у нас тут зомби с рюкзачком. Блин, это же обычный, да? Это обычный горохострел, даже не скорострел. Так, надо внизу. Слушай, ну мы его быстро разобрали. Таким же образом мы с тобой выставляем сюда вниз. Выставляем подсолнух. Тут всего лишь одна волна будет. Пхи. Тогда на изи должны пройти. Но не забывай, что здесь есть летающие зомби.
На стрекозах, по-моему, да, они там летят. Так. Смотри-ка, как у нас тут все великолепно получается. На начальных порах все очень даже неплохо. Так, еще один спорогрипп у нас появился. Так, а вон и копатель, друзья мои, идет. Смотри, весь шуршит. Копошун этот мелкий. Его нужно действительно быстрее как можно уничтожить. Так, орех ставить бесполезно, он его все равно выкопает. Но мы можем тогда вот так сделать. Опа. Твою же налево, я уже думал, мы его не подобьем. Подбили. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Хопачки. И все шито-крыто у нас. Давай, по голове ему нужно бомбить в первую очередь. Берет просто и выкапывает мои орехи, а? Желудь он несчастный. Вот-вот-вот-вот, об этом я тебе и говорил. Смотри, видишь? Зомби летят. Нам нужно их подбить. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Подбивать-то будем, подбили. И слава богу. Так, здесь, наверное, сделать надо вот таким вот образом. Все, по ходу дела. Мы и прошли, и здесь просто получаем с тобой монетки. То есть, а смысл тогда проходить это? Вот объясни мне, смысл проходить вот эти испытания, если за них ничего абсолютно не дают? Ну, только монетки. Видишь, вот тут вот. Левел 1, и что, и для чего это, друзья мои? Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, для чего это нужно. Может быть, нужно пройти 10 уровней, тогда что-то будет от этого толк. Пока ничего не дали. Ну что, я думаю, надо проходить дальше. Нам с вами вот эти вот три забить, да, я думаю. Куда я веду? Надо выходить вообще отсюда. Пройдем с тобой три задания. Мы можем за пиратов поиграть. На пиратах у нас кто там, кстати? Давай посмотрим. Кукуруза. Так, снапдрагон, фасоль, пушка. Да, мы можем с тобой, наверное, лучше здесь побомбить. Есть тут такое испытание? А здесь, по ходу дела, нет такого испытания. Дедман Бусти и все. Понятно, то есть получается только здесь мы можем проходить, да? Вот это вот. Или же все-таки там где-то есть. Ведь должно же быть, друзья мои. Может быть, на Диком Западе должно быть какое-нибудь такое испытание. Сейчас мы с тобой посмотрим внимательно. Так, орех, орех. Тут нету. Вот нету, и хоть ты тут тресни. Ну, а в морозилке есть? Подожди, не то сделал. В морозильной стране есть или нету? Давай посмотрим. Так, здесь чисто, чисто. Но опять же не то, что нужно. Нету. Ладно, пойду тогда бомбить самый первый уровень, раз мне ничего не дают. Именно вот тут вот. Хотя, по-моему, я где-то видел же тоже такие же испытания, друзья мои. Напишите, может быть, я невнимательно посмотрел все. Ну, это неинтересно, тут все на изи. Согласись. Тут вообще все на изи, я даже, наверное, на ускорение могу это пройти. Давай немножко ускоримся с тобой. Раз такая вот пляска. Ой, а у нас... У нас уже с тобой кукуруза без ульты. Че-то... Я тут рано, по-моему, радуюсь. Кукуруза без ульты... Ой, кукуруза. Капуста без ульты, это может быть фейлом. Предположим, я все вот так вот здесь выставлю. Естественно, перестрахуюсь орехом. Так, куда... Блин, что-то слишком быстро. Так, этот зомби не так прост, как хотелось бы. Нужно побольше сюда поставить растений. Выставим сюда. Мы можем его заморозить, чтобы он тут слишком сильно не выпендривался. Поставим сюда. Ага. Принесло упыренышей, да, ураганчиками. Ладно. Мы их будем, конечно же, уничтожать. Без каких-либо компромиссов. Орех. Орех можно сюда поставить. Так, заморозочку. Всегда лучше ставить, друзья мои, заморозку, чтобы эти зомби вставали колом, да, и мои растения, естественно, их сразу же уничтожали.
Так, скоро пойдет первая волна, так что не расслабляемся. Удобрения мы тратить просто так не будем. Да, распылять, так сказать. Будем хранить до последнего. До определенной какой-нибудь ситуации, где действительно нужно будет это все применить. Пока справляемся на изи. Все довольно легко. Давай сюда поставим. Поставим сюда с тобой капусту. Еще капусту сюда. Так, можно применить, в принципе, одно удобрение, потому что у нас уже излишки. Здесь, естественно, заморозить зомби. Ну и с первой волной мы справились. Ожидаем вторую. Вот она явилась. Можем сразу же, в принципе, наказать их. Вот таким вот образом. И опять же ожидаем вторую волну. Огромный, так сказать, наплыв. Так, здесь можно применять два раза капусту. Ну вот куда ты, зомби, идешь? А вот объясни мне. Вот куда вы летите-то все? Эй! Летуны фиговые. Ну-ка, заморозься. Теперь бомбанем капусту. Бомбанем еще капусту. А вот он и Гаргантюа. Собственной, так сказать, персоной. Явился и не запылился. Давай, 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 давай. Просто в него бомбим и все. Просто бомбим и никаких... Не должно быть вообще проблем. Что-то выпендривается он. Все. Готовченко. Мы с тобой получаем вторую пиньяту из трех. Ну, здесь, естественно, будут обычные... Растение первого уровня 100 монет. Могилоед 4 штуки нам достается. Так, угу. Ромашка, которую я, кстати, могу прапать. Ну, пока у меня есть финансы, я думаю, что стоит именно прапать. До какого? До второго уровня, получается. А ну-ка, посмотрим. До второго уровня, по-моему. Потому что она получила только лишь 10, да? Да, друзья мои. Второй уровень получает. Отлично. Ну что, тогда уже стоит, наверное, добить последний, да? Бой. Последнюю пиньяту получим с тобой. И уже, наверное, отправимся на аренку. На аренке я могу сделать одно испытание. Бесплатное потом за просмотр видосика. Но, я думаю, никому не будет интересно смотреть одно и то же по 30 раз. Это лучше всего делать за кадром. Так. И опять та же самая песня, друзья мои. Опять та же самая песня. Так, выставляем. Выставим сюда. Капельки будут у нас замораживать наших зомби. Наших зомби. Почему наших? Его зомби будет замораживать. Вот так вот скажем. Так, руки-ноги подлетали. Поставим сюда с тобой мину. Ну, тут можно ускориться, согласись. Тут, как говорится, тянуть резину не стоит. Тянуть резину мы с тобой не будем. Будем просто вот проходить и все. Так, давай еще поставим с тобой бумеранг сюда. Таким вот образом. Так, это у нас зомби с ведром на голове. Ничего страшного в этом нету. Поставим сюда просто две капельки, и он будет замораживаться постоянно. А сюда еще мы поставим мину. Еще и орех. Тут вообще имба просто. Никаких шансов нету у зомби к нам прорваться. Так, бумеранг мы влепим сюда, чтобы уничтожать их. Вот так. Сюда орешек влепим. Так, мина, мина, мина. Подожди, иди сюда. Бумеранг, ты пойдешь у нас вот сюда. Все будет у нас с тобой под контролем. Делаем с тобой так. Сделаем вот так. Монетку отдай сюда. Вот видишь, как все получается. Лучше не придумаешь. Так, у меня уже перебор с удобрениями. Пора потратить. Капелька, заморозься. Так, и можно дальше продолжать
выстраивать. Вот куда ты прешь, а, зомби? Вот куда ты прешь? Неужели ты не видишь, что тут у меня происходит? Бомбим под удобрением. Давай. Вон сколько здесь у нас летает. Собирай сколько хочешь. Не жалко, как говорится, да? Ну и трать, соответственно, тоже. Еще бумкнем. Ёлки-палки, сколько же тут удобрений. Обалдеть просто. Смотри, как я трачу их. Все, уничтожили. Заработали с тобой пиньяту. И здесь опять же будут растения первого уровня. Ну давай, давай, я понял, что коллекция, все это и тому подобное. 100 монет, спасибо. Так, 4 горохострела. Дальше у нас идет 4 капельки, которую я тоже, кстати, могу улучшить. А что она будет давать под улучшением? Ну, может быть, только дольше замораживать. Так, мы с тобой получили еще гемы. Так, гемы. Можем заработать 3 конфетки и еще 3 конфетки, да? То есть 6 конфет, даже 8, если захотим. Так, ну нас, наверное, больше все-таки интересуют гемы. Да? Нас больше интересуют гемы, потому что за гемы мне нужно купить еще огненный горохострел. Потом еще кто-то там есть. Так, я забыл, кстати, прапать. Где эта капелька наша? Так, подожди, она где-то в начале. Вот она. Она не должна быть вдалеке. И она, да, level up. Получила второй уровень. Ну и все, в принципе. Так, теперь пойдем сходим на арену. Посмотрим, что у нас там за испытания. На ареночке. Давай, давай, давай. Дальше. Где у нас там? Арену я не играл, поэтому я, наверное, сейчас где-то там в самых низинах. Но 200 пиньят я бы с удовольствием хотел бы заработать, если честно. Так, где я нахожусь? В самом низу, да? Ну да, в самом низу. Бесплатный бой, мы получим с тобой 5 конфет. Поехали. Интересно, что у нас тут? Против кого мы будем драться? Так, чемперы у нас тут стоят. Шары, зомби-психи. Так, у нас очень много растений под удобрением, как ты видишь. Возьму подсолнух, возьму бомбочку. Возьмем с тобой боулинг. И так, зомби-зомби. Тут у нас еще и спортсмен есть. Возьму-ка, наверное, сюда кукурузу. Возьму кукурузу. А дальше так что? Возьму банан. Единственное, что у меня нету здесь орехов. Да и бог с ними. Что нету здесь орехов, это не критично. Ну что, let's rock. Давай. Таким вот образом. Слушай, не стоит пока нам ничего делать, вызываем. Хоп, и все, и они все, друзья мои, сожраты. Следующий залп кукурузный. Так. Сделаем с тобой таким вот образом. Банана. Так, отлично. Ну, давай, наверное, сюда выставим. Нам нужно с тобой продержаться, да? Победить оппонента. Ах ты жулик, смотри-ка, он проходит. Давай сюда бомбанем. Еще вот таким вот образом сделаем. Что там, псих у нас, да? Заурчал, забубнел. Да, конечно же, как же без психа-то здесь. Давай этих всех спортсменов поедаем, поглощаем миллионами. Так, а мы его что, не переварили? Он его отрыгнул? Какого вдруг перепуга-то? Так, ну куда ты? Куда ты вот скочишь, а? Скажи мне. Все, додринкался? Брынчало. Бананы! Мне нравится, как он орет. Бананы!
Нет, давай-ка. Подожди, а почему? Почему ты его... А, мы его слопали, просто сожрали. Смотри, сколько здесь психов идет. А ну-ка. Бомбическая сила, конечно же. Бамс, бамс, раскромсон еще тот здесь происходит. Нет, 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 парень. Мы его можем съесть? Мы его съели? Нет, мы его не успели почему-то съесть. Вот этого чудика. На него ничего не действует, даже... Так, ну-ка, банана давай. Все? Нет, не все. Живее всех живых он еще оказывается. Так, поглощаем. Подсолнух нам здесь не нужен. Нам нужен здесь кукурузник. Ну, пока я своего оппонента опережаю, как ты видишь. Остается всего лишь 30 секунд. Остается всего лишь 30 секунд. И нам нужно продержаться здесь. Так, слопали. Дай-ка я, наверное, вот сюда вот поставлю бомбочку. Еще раз залп кукурузы. Ай-яй-яй-яй-яй, как тебе нехорошо, а? Зомби, как тебе не стыдно? Что ж ты делаешь? Все, друзья мои, 535 тысяч очков я набрал. Почти в два раза больше, чем мой оппонент. И получаю свои первые 5 корон. Ну и, конечно же... Слушай, а может быть нам с тобой глянуть рекламу? Все-таки хочется открыть эти 8 пиньят. Согласись, хочется. Так, секундочку. О, перекати поле, 50 штук. Вау. Слушай, это круто, 50 штук. Блин, давай все-таки глянем, а? Глянем рекламку, фикснем. Получим с тобой бесплатные перчатки. И сможем еще подраться. Соответственно, здесь откроем уже 8 пиньят. Поехали. Ну что же, вот она, бесплатная попыточка. Ты можешь спросить, Рэй, зачем тебе нужны растения, если ты уже прошел игру? Да, ребят, я прошел игру, но не стоит забывать о том, что разработчики эту игру не бросили. Они будут развивать, и мне кажется, что скоро должен появиться новый уровень, и мы должны подготовиться к нему. Ну и помимо этого, ты не забывай, что здесь есть всякие испытания, за которые мы можем с тобой, ну, получать гемы, конфетки, деньги, открывать новые растения. В принципе, в этом основная соль всей этой игры. Ну что, приступаем. 8 пиньят откроем с тобой, это будет очень шикарно. А самое главное, что я хочу пройти все испытания в этом Penny Pursuit. Ну что у нас тут с тобой есть? Давай мы, наверное, так же, в принципе, сделаем. Лаву-гуаву я брать не буду, а возьмем с вами также мину, возьмем дикий подсолнух. Можно взять вот это растение, тоже неплохо будет бомбить, я думаю, под ультой. Да? Как ты думаешь? Я думаю, стоит, наверное, взять его. Вот возьмем банан. Возьмем с тобой вот так вот сумрачную катапульту и... Стали, замедляшка. Будет замедлять всех, но я пока не хочу брать ее. Вот, возьмем с вами боулинг. Ну что, поехали. Надеюсь, у нас все получится. Ну-ка, ся. Давай, родной подсолнышек, работай на благо нас. Так, посмотрим, как она все это получается. Вау, ты видел, как они шикарно бомбят? Вот это и оно. Здесь пока ничего такого особого не стоит делать сверхвыдающегося. А вот здесь, да, здесь, конечно же, надо. Но... Что, мы его не взорвали? Еще до сих пор брынкает? Этот брынчало. Слушай, а снаряды, по ходу дела, рандомно, да, падают от этого банана? Как я погляжу. Просто рандомно. Опять он идет сюда. Играчишка, а? Чтоб тебе. Давай сумрачную катапульту. Все, додринкался? Нет, еще брынчит. Еще брынчит. Что ж такое? Что ж ты такой живучий-то, а? Так, ну-ка, давай-ка мы поглотим. Ой-ой-ой, как так-то? Почему я не...
Почему я пропустил такой момент? Ты видел, да, что сейчас было? Да-да, они пробежали сюда, умудрились. Офигеть. Так, давай энергию. Так, дальше мы с тобой бросаем сюда сумрачную катапульту. Смотри, как она бамс, вот это шикарно вообще происходит. Засасываем. А этот с какого перепуга выжил? Я так и не понял юмора. Слушай, меня, кстати, здесь обыгрывают по всем канонам, между прочим. Если ты еще не обратил внимания. А я вот лично обратил. И это меня расстраивает. Слушай, это меня очень сильно расстраивает. Так, давай поглощать. Здесь, наверное, тоже поглотим. Здесь надо взрывать. Так, теперь я, да, на первом месте? Пока. Так, подожди, куда вы разогнались-то, родные мои? Окей, здесь тоже съедаем. Нам нужна с тобой энергия. Слушай, ты задолбал тут бренчать. Эй, давай. Почему ты не всех съел, объясни мне? Почему ты не всех там слопал? Ты должен же слопать был всех. Так, ну пока мы, друзья мои, на первом месте. То есть мы лидируем с тобой. И это очень классно. Потому что буквально минуту назад я проигрывал по всем канонам. Бомбим. Бомбим. Так. Подорвался, нет? Все. И в итоге я выиграл. С довольно неплохим перевесом. Фух. Успел, вырвал. Так, ну что, друзья мои. Как ты видишь, все здесь обновилось. И мы с тобой будем сейчас открывать 8 пиньят. Поехали. Да что до сих пор музыка-то бренчит, уже все прошло. Опачки, мы с тобой, ага, близнецов можем прапать. Так, чертополох тоже подрастает помаленьку. Так, Некшайт. Воу, Цитрон, собственной персоны. Так, и Чампер. Ну, Чампер у нас не открыт, но ты видишь, да? Можно будет его улучшать. Клевер. Получаем клевер с тобой. И персик. Так, хурикали. Кстати, вот это растение прикольное. Мало того, что она сдувает врагов, так она еще и замораживает. Ну все, 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 хорош бренчать уже. На мозги давит. Так, и я становлюсь на 19 месте. Нет, какое 19 место? 6 место. 6, да. Мне кажется, тут лучше награда. Тут 19 гемов, а тут всего лишь 30 конфет. Так, ну что, мы с тобой, наверное, усилим растение какое-то. Так, близнецы, да? Замечательно. 50 штук нужно найти, чтобы еще прапать. Следующий, как говорится, улучшение сделать. Ну что, здесь подрались, там подрались. Там повоевали. Пенни. Что же мне делать с этим Пенни? Я не знаю, ребят. Я остановился здесь. Да, я здесь остановился, но как играть, я не знаю. Ну давай посмотрим. Тут надо, друзья мои, прокачанные растения. Может быть, даже те, которые за донат даются. Так, уровень. Я поставлю, наверное, все-таки защиту. Можно и сюда оставить перки. Ну, я не знаю, есть ли в этом смысл. Так, значит, у нас здесь с тобой есть роботы, поэтому будем брать персик. Дальше есть летающие. Конечно же, берем тогда с тобой еще клевер сюда. Я думаю, будет от него здесь огромнейший толк. Так, клевер. Дальше что у нас? Зомби прыгающий, зомби с защитой. Возьмем боулинг. Так, секундочку. У нас есть чеснок, да? Есть магнит. Вот, возьмем-ка, наверное, лазербин. И вот этот вот орех.
Так, потом возьмем с тобой вот этот вот гриб. Возьму, наверное, минку. Ну и грибок отравляшку. Ну что? Let's rock, говорят. Блин. Вот это надо было быть таким дураком, друзья мои. Почему я не взял подсолнух-то? Про подсолнух-то совсем забыл, ты понимаешь? Ой, сглупил. Трындец просто. Да, это же надо было так, а, сделать. Вот это я глупость, конечно, бомбанул. По-другому и не скажешь. То есть я заранее сфейлил уровень, получается. Понимаешь, да? Так, ну ладно. Фигли, как говорится, унывать. Нам нужно продолжать бороться. Не знаю, насколько нас тут хватит. Блин, мина, ты... О, созрела. Созрела миночка. Так, летающих пока зомби нету, да? Я не вижу. Давай сделаем вот так. Этих тоже надо сдуть отсюда. И вот таким вот образом. Ну, бумс, бумс. Так, шикарненько. Давай-ка этих сдуем отсюда, паршивцев. Так. Ставим с тобой еще один гриб. Сюда я поставлю мину. Так, очень много летающих, да? Сдуваем их всех. Нечего им здесь делать. Так, грибок отравляющий. Ты будешь бомбить-то или нет? Вырубись ты, а. Так, что дальше-то делаем? Давай сюда поставим, да? Так, ну, неплохо, неплохо. Сейчас пойдет, кстати, еще одна волна. Так что ждем. Что тут, блин, происходит? Эй! А ну-ка, сдуть их. Сдуть их отсюда. Так, зачем я так сделал? Так, а вот и волна, да, собирается у нас идти. Следующая. Упс. Смотри, что тут происходит. Так, клевер, клевер, клевер. Срочно клевер. Сдули. И все на этом, да? У нас с тобой... У нас с тобой закончились суперудары. Ну и что я тебе могу сказать? Мы этот уровень с тобой прошли. Газонокосилка уничтожает. Этого мы с тобой, наверное, добьем. Он даже не успеет... А, их там двое. Тогда, скорее всего, пройдет маленечко. Но, тем не менее, я не брал денег. Ой, с собой не брал подсолнухи. Соответственно, я этот уровень проходил без финансовой поддержки. И, как видишь, довольно неплохо получилось. Да, тут, конечно, нас сейчас разберут. Вот этот гриб съедят, этот съедят. Болинг очень долго делает перезагрузку свою. Можно вот это применить заклинание. Ну зачем тратить, согласись, если мы можем вот так вот все это дело исправить. То есть прошли с вами, но это самый первый уровень, самый легкий. И мы получаем с тобой еще 5 гемов. Приятный такой сюрприз. Приятный сюрприз, ничего не могу сказать. Так, еще и конфетки получаем. Две штучки аж целых. Оу. Так, сколько? 50. 50 гемов. Так, сыграть два боя на арене. А что у нас в магазине там? Восклицательный знак. Это о чем говорит? Что мы что-то можем приобрести? Мы можем, чтобы... Нет. 25 нужно. Мы можем сделать, купить костюмчик с тобой, например, для близнецов. Ты видишь, да? Он стоит 4000 голды. Такой диваленок. Так, этой жабы у меня нету, поэтому костюм брать на нее нету смысла, согласись. Так, а вот здесь у нас можно покупать улучшения для растений. Ну, ты понял, да? Мы можем улучшить... Боулинг, кстати, можем улучшить с тобой.
Так, сколько там? 20 штук, да, получаем? 20 штук. Да, нам тут еще... Вот, кстати, что еще можно делать, ребята? Копить деньги и тратить их на растения. Я считаю, что это очень даже классно. Потому что, ну, в данный момент мне их просто некуда тратить. Так, еще 20 диких подсолнухов. Еще немножко, и мы сможем его прапать. Да-да, наш дикий подсолнух может прапаться. Плюс получать костюмчики тоже довольно милое дело. Вот, что мы с собой можем получить. Хурикали, да, грушу или кабачок и огненный грохострел. Так что, ребята, пишите в комментариях, если вам интересно все вот это вот. Ивенты, как они проходят, как я их прохожу. То, конечно же, я буду снимать периодически «Растения против зомби 2». Ну, а на этом, я думаю, что, наверное, мы с тобой закруглимся, да? И увидимся уже в следующих новых видосиках. Так что всем удачи и до скорого!